Вы его вперед ушли? Да, спидера уже убили. Печально, да? Да, просто идеально вижу. А за... ой, я за рту. На пожарке есть? По-моему, на крыше там я видел пацана. То есть не на самой башне, а на крыше здания пожарного. Я впереди ушел, не знаю, недалеко. Вы также вдоль русла, вдоль дороги? Я вдоль русла иду. Питер, за мной опять этот пулеметчик, который мне ноги сломал. Пустите его впереди, пусть он шарагов убивает, нежели своих в спину. Блин, ну что за хрень, у меня гапочки пропали из рюкзака. А, ну так это что, время было поделиться, я могу дать тебе 8. Не-не, у меня есть. Мне хватит. Цыгане в нашем отряде. У тебя всего 8. На крыше пожарки нам на нас прячется, пацан. Он находится в левой части. Че за стиль эффект? Можем попробовать это накрыть его одновременно. Я тебя не вижу, слышу, как будто ты рядом, я еще и в рации. Я тоже показал вас на крике. Проверяю еще раз. Раз, чек. Может, я и на крике был, да? Пожарки там лазит один. На верхнем этаже прям. Если к нам заказывается расстояние, тут мы можем двух пулеметов накрыть. У кого есть GPS? Ваши, наверное. Нет, у меня ничего. Потому что метка, она, по-моему, неправильная. Да, я знаю, она неправильная. Там метров 350, наверное, может, 400 все. У нас пожарки, получается, обе засекли, да, уже? Не факт. Там можно накрыть. А, блядь, он упал, короче. А вы ее уже обстреливали, там стекло битое? Нет. О, залез, он там на второй этаж, на новостройке шарится. Пожар. Вы уже подошли ближе, да, как? Ну, я подбегал, подбежал почти к тебе. А ты бежишь по канаве или нет? Да, я сейчас в канаве. Спускаю. Двое, в пожарке двое, причем оба в башне. С крыши пацан ушел. Да туда гпшками навешают, они там все сидят в башне. А они лагают там что-то, у них, по-моему, они ранят через стекло. А, вот, нашел. А, так я справа от вас нахожусь. Чувак упал с пожарки. Все? Нет, это был висяк просто, нет. Помогай. Короче, огонь можно открыть, пожалуйста? Да, все, мы варим. Давай, крафт, не входи. Давайте вместе, кто-нибудь сейчас готов стрелять по крыше пожар. А я там никого не вижу. Чуть ли не башни. Тоже никого не вижу, я бы пострелять. Могу просто так пострелять. Не надо просто. Вот не, начинай, вот он работает. Пожарки по мне работают. Спитер, ты? Я сзади ваш. А, так ты чё, обратно вернулся? Просто уже возле почти. А, я тебе где-то. 400 метров спитер ставь, вот рядом со мной, и по верхней планке стреляй, по самой верхней части. ГПшка. Территории вообще нет. Он задымился, не знаю, может я его ранил. Там это ветер. Вертолет или перелет сейчас у нас был? Ветер. Нет, вперед. Я пока ставлю на другую. Я гранатами закидываю. Самое первое, когда хорошо уложилось, она прямо в башню, короче, на... Да. В крыше ударилась. Там сейчас покоцало на нас. Я вперед пошел. Кто-то за городом выгнал. У какой части его? Южная, северная. Канавы справа, кто-то сквозь забор показался, вот там где плашки раскрыли, ты килл. Ой, ну я туда как раз поднимаюсь. Сачу, да. Пилки самые сильные. Повтори еще раз. Можно сюда, пожалуйста. Так, все, я рад выключу, что сейчас там играю еще раз. Я говорю, медики есть у нас?
Был, да, у нас был в отделении в Альфе, есть. А вы можете его нам отправить? У нас свой эпизод. Он сейчас атакует пожарку, не может выигрывать, к сожалению. Сейчас стабилизируем как-нибудь ситуацию. Мы только-только начали атаковать, тут у нас на люди. Может быть, отправим, если выживет. Хорошо. Короче, у БЕ проблемы, у них там без ног человек есть. Как только там медик наш освободится. А где их медики все? А где медик на БЕ? Ваша метка актуальна, да? Ну, с меткой тоже без напряжения. Короче, на раннюю вам метку давайте. Туда подтягиваем. Мне гранаты ГПш. Закинь туда гранату или ГП. А то вас там дали сюда. За забор кидай туда, я уже кидал туда гранату. Паша, меня может вертолетчик забрать, прикинуть боешником, я ноги. Ну да, можно. Вертолет на связи? Ой, накрыли меня, накрыли. Ой. Где-нибудь приземлись, Альфа, забрать нужно человечка. Доставить нам подметку бы медика. Вертолет приземляется. Медик даст метку, где он находится, там садись. Сюда кадр, стой, смотри. Знаю, как не будет. Стенкой дырку делайте, все чё он, чё? Все чё, а мой. У кого есть у кадра, если чё, его забираю. Ты же брал. У меня ГПшек много, я его кинул. Питер, можешь купить ГП, ну туда, отпусти. Вот прям вот эту вот ерунду. Метка, подобрать медика для БЕ. Ты куда? Прям вот эту. А, все, меня вертолет нашел. Любому там лежит. На базе еще никто не хочет. Вот дырка здесь есть. Ой. Как понял? Да, я вижу, Паша. Стой, Паша, не влазь, дай я посмотрю. Дворики, меня слышно вообще? Да. Вы там дворик как зайдете? За поворотом слева от здания. Бег забегать в двор, в ваш двор. Вроде бы чисто никого не. Сразу как зайдете. А нет, бывай. Куда вы еще могут попасть? Где он был? Посередине или? Тут еще бегает возле забора. Вот это, возле бетонных блоков. Дальше бегает. Где он? Да он прям тут забыл. И впереди его там, где желтое здание. Может, справа или слева кадр? Справа, слева или где? Справа, справа он за забором. Я не вижу. Вроде живой еще, сейчас посмотрю. Давай, крой. Да, у меня такой на то, он посмотрел. Вам тут запрещено. Бил, бил, вашу ноги были. Паш. Да, да. Спасибо, давай, я не могу на чеку рядом, потому что вам тут медик прибыл. Медик прибыл, где он находится? Спросил. Я на базе, я с другой стороны обхожу это место. БЕ, прием. Где раненый? О, так рядом со мной где-то бегает. Не может меня найти. Не видишь его? Навстречу вам иду. Краб, выйди на связь на КВшку у БЕ, потому что что-то я вообще не могу понять, что у них там происходит.
вашего пулеметчика, кажется, убил. Который вас крыл. А может и нет? Это все добил сейчас. Теперь нет, на меня они все смотрят. Можете заходить, они на меня смотрят. Спасибо, что решили. Вот он, возле. Вижу тут. А в этом, в мастерской, да, там кто-то был? Да, да, мы вон убили, вон. Да, вижу. Здесь дверки закрыты, кстати, у них. Стой, Паша, давай, блин. Строение. Так, дома. На пожарке. Тут по пожарке КМ работа. Так, на дороге наш какой-то стоит. Дальше. Возле бетонного забора. Пожарка за ГПшец? Что перелет, да, я, наверное, ГПш. Попадает по мне, я возвращаюсь. Да за стенкой это взрывало. Тремят они или что? Ща я прострелю этот. Тут палатки у нас. Я к этому главному входу веду, сейчас будем проверять дальше. Рация молчит. Тут у них ДШК стоит на территории. Иду дальше. Так, нажал. Вот, слышишь? Я пока я взял. О, хорошо. Я взял пока я. У них тут город стоит, нужно что-нибудь прожить. А вы же по штурму не пожарку уже понял. Да не, блядь. Наверху.
крыше или в этой крыше? Давайте ГПшку сейчас дам. Давай. О, минус два свои. Я предупредил. Уже пожарка. Прям на входе. Сейчас я заползу, всех убью. Там противник, что ли, пожарки или чё? Ну да, на верхнем. Я без ног не слазил сейчас. Подавай, сдвига не было? Нет, у меня морфин есть. Нет. Я сейчас морфин вкалю и все нормально будет. Я медкит нашел, надо кому. Прибереги, вдруг у меня не хватит. А, нет, вообще нормально камера. Давай. Помните меня таким. Чего там есть? Никого здесь нет. Никого. Наверху даже нет? Я лежу на... А, на самом верху не знаю. Я поднимаюсь. Все, замочил, замочил. Ну, значит, где-то на территории еще сидит. Да, тут он стреляет. Не знаю, что за лево, самый верхний стандарт. Так, все, гранаты отставить, я лежу на самом верху. Школа есть еще, слушайте, школа на западе. Есть же еще центральное здание со входом. Да. На крыше чисто. И казарма на западе там же тоже еще. Ходя. Нормально. Начал Сэмки стрелять, простреливать, и тут Бобби побежал и... разрывы на дальней стороне, где школа. Надо в школе, наверное, сидеть. Что закрыто? Завод? Точно. Завод? Да, да, да. Коричневый. Где без ноги? В пожарке все? Ну, я без ноги, возле пожарной. Ну, слезай. А я внизу, под ней. Просто каждые 10 метров. Основать, по-моему, подъеду. Там метку дали, где враги сидят. Как и говорил, это вообще за базу. Где там нижний вход? А вот где? Я слазю с крыши с пожарки. Я снаружи, я не могу. Понял. Что не могу? Сейчас я по лестнице спущусь. Пожар. Так,
Завод проверяю в нижнюю дверь, открываю дверь. ГКшка не взорвалась, зараза. Хожу. Ну любая резина на полу. Чисто. Пойдешь наверху у меня. Чисто. Что ли, наверное, сидят там? Там дали метку синюю за, на западе. Северо-запад. На внешней стороне базы. Пойду проверю. На 300 там палатки, прям на метке, он там в палатках, а не он бег. Сейчас наших палаток нет, я могу просто обстрелять, но как все палатки. Ну давай, обстрел. Там где-то плавно, я не знаю, не знаю. Они на респе сидят. Кавашек стреляет оттуда. Я гранаты с крутой взял, вражеского надо закинуть сейчас. Блин, где здесь слезть? Ох, мне по... Еще Паша бежит. Он за что, да? Паша, все гайс. Мы тебя ждали. Кому всем? Да. Паш, я предупредил. Да, здесь спектакль вообще можно отключить? Ну, эскейп нажать, можно птичкой полетать. Нет, я имею в виду, чтобы другие игроки не видели вообще остановиться в ладони других людей. Да. Можешь поставить модуль, сейчас экран просто все. Там на одну сторону вроде как можно сделать. Ну, или хотя бы на одну сторону, потому что, ну, мне не нравится такая тема. Вижу пустак. Чувак вылезает, наклоняется и сразу меня убивает вообще. Да. А почему ты на нем был так? Да я по нему стрельнул. Чем отличается командный, когда вот дополнительный? Точно так же. Командные вроде все. Все. Дополнительный там в радиусе 15 метров. Командный, он как синий, только для всех. Так и есть же общий команд. В чем суть, как спросил Бис вообще? Типа прямой. Группы для группы. Куда же огонь, я немножко смотрю. Огонь за так давно лежит? Я там сидел. Не знаю, тоже мысль какая-то. Может, это кто? Там же помс стоит для меня.
Паш, как вы меня приковали вдвоем, что как бы я вылез и получил? Хоть когда я сижу прицелен. Спитеры, ой, слушай. Хотели знать, вы именно туда стоите. Как так, интересно? Не понимаю, я открыть это буду. На будет просто. Сетка, конечно, читерная. Что, за меня не видно? Снаружи не видно. Блин, а я... Короче, может, экстрасенс может, нет? Не-не-не, спидер. Крас чист. Хочешь, дайте переписку покажу. Пишу Паша, ой, пишу Паша. О, гранатки кидает, отлично. Гон закрыт. А че никто гон, больше гон не нападает? Гон не летает. Ну не летает, что-то как-то вообще ничего. Да там просто скауки. Думаю. Не, просто... вообще даже не попали. Да чем справиться вообще с подошвой? Ты должны пробивать палатку. Там укрепление стоит. Свинцовый пол. Сейчас прайс, по-моему, прям нам образует. Да, а че прайсил? Прайс летал, летал, ему хочется не, пострелять. Начали... Карыч, суицидник. Я когда что написал, что никого нету, можешь побегать. Обманывай карыч. Как так, карыч, я написал тебе. А не, живой еще. Добил. Там крабич зашел. Напиши Гонза, чтобы добил. Двойной. Написал. Бурпл как ранен. Пишет не хочет. Убить его за 2 км гранат, что ли, кидать? Ай, бля. У меня Бурбл достал. Он, короче, раненый, попу катает. Да, аналогично. Еще поворачивается, да? Да. Он так сломается. Надеюсь. Так он же ранен, еще ломается. Ну, еще сломается. Встал. Блин, ты шарма. Вот они кинули, они кинули дым, для чего? Просто. Надо сделать дальнейшие действия же, нужно совершать после этого. И у меня они сейчас... ФПС. Да, ФПС. Они сейчас садят ФПС, потом входят в лагах, все нормально. А может они пытаются сложить бункер? И сами лагают. Уже минус 30 ФПС получается. Не, они дымами вот кладут. Вот машины. Дымами палатки кладут. Не получается. А Здоник научил. Здоник научил. Так он вот. Сколько у него ФПС объяснить? Прайса? Да он с нами мимо поставил, чтобы он просто, знаешь, квадраты такие. Летающие вместо дыма. Ну дымы уже рассеяли, зачем он их кидает сюрприз? Где он их? Машина вперед. Реально, да, где он? У него рюкзак нанесли. Там в каждом уазике по 2 дыма было. Ой, и пинут нашел дыма ему кидать или что-то. Не, ну вот как смотреть это вот все. Мне кажется, сейчас фунзу схватит. Мне кажется, сейчас они с порпом друг другу убьют. Порпом гранатами откидываются. Как он тоже дыма гранатами откидывается. А, ты Я слышал, не слышите. Услышал? Кровать хорошая. Через дым? Что ты? Через дым, да? Его нормально. Какой дым? Человек же бегает, слышал же. Когда вот ты в бессознанку постоянно падаешь в крови и не можешь повернуться в проходе, как вот... А зачем ты пулю ловишь? Респаун, респаун. Я не знаю, как он из забора вылез и сразу мне в лоб через палатку попал. Там вход, не сквозной. Там не сквозной вход, закрыт двор был. Там сквозной вход. Твой вход вошли, понимаешь? Это палатка сквозная. Я не про то, да забор, который в нашу зону, вот это с Гонза, вокруг Паша, периметр. Это Паша истерит, пацан берет, объясняю, пацан высовывается и сразу я в голову получаю почти. Без сознанку падает. Это нормально, у меня так же было, это нормально. Это был какать. Как бы кат-то понимаешь, если игрока не есть. Просто карить. У Гонза прям вообще красота. Самое было, тоже вылез, наклонился, сразу выстрелил. Гонза нормально. Я пукнуть даже не успел, но я тоже не влезал, в кустах лежал.
Вот надо либо лежать, не надо высовываться. Я не высовывался. Я просто лежу, вижу чувак вылезает и сразу по мне стреляет. Ну как-то так интересно просто. Я лежу в кустом, такой вкус, что там хрен просмотришь. Смотри, подписка 150 рублей в месяц, и у тебя читы целый комплект. А вот на севере, Паш, вот нашей зоны маленькой, где Урал, там долго пацанов отбегал. Клиентам, скидка, вон там это. Ло, Паш, куда? Нам всего за сотку дают. Вот Урал, где сейчас дым бросили, там долго пацан этот бегал? Потому что его шаги минут 20, наверное, слышал. Значит, 20 минут и бегал. Там какой? Там два Урала на входе, в котором? На севере, где дымы. Ну, он только что подошел в зону. Там до сих пор, что ли, дымы кидает или что? Ну, чё к ним покидать, если есть. Да и когда там вверху. Там двое уже даже. Сколько времени? Должен сдаваться. Короче, так и валяется, кстати, в раннем мне. 15 минут осталось, даже меньше. 13. Прайс, а не спак спер. 14. Ладно, теперь 13. А краб решил безопасное место выбрать. Блин, да, они вообще по тактике. Стандартная тактика его. Тут два пулеметчика. Бинокль в руки и наводишь. О, Прайс, там та тактика по дуранному ползает. Вот краб прям смотрит на палатку, где ползает. Это приписку надо составить к НДТ, нормально, включается сразу. Короче, надо его валять. Он за, по-моему, что-то знает. Короче, прилетел с АКС или что там у него? АКМ, АКС. Золотыми пулями. 200 это что не запили? Канал 200. Когда? Или какой там канал есть? Так вы рацию разве не наш? Ну, воговскую взяли, там же все включено, нет? Нет, старая нет. Рация. Как Карыч бедный валяется. Но он же женщина, не скровим. Бедная. Бедная. Женщина. Там доля выбор. Навоз в лицо упал, лежит. Не понимаю, что пулеметчики не дают по палаткам сверху. Что зачем? Ну, а вдруг прострелят? Да, ему надо взрывалось прямо около палатки, ему плевать абсолютно. Блин, надо было мину на входе вставить, гонзи, чё-то протупили. На бой, а вы... Урал... А я подорвался, как понял, на двух минах? Вперед, я не знаю. Вперед, народ вперед, идет, не вперед. Шумит. Потихоньку. Да как прям в сантиметрах. Забежал прям туда, куда надо. Четыре отбежь. А че не убиться? Кто сдох? Не знаю, должен был Брайс. Ну все, рубить. Да, спить. Руби. А сколько синих осталось? Шесть. Много? Шесть. Питер. Ну они просто под конец добавили. Миссия. Говорят же, Паша руби. Говорят, Паша руби. Паша руби. Спитер руби давай. Я люблю, люблю. Да, все, захватил власть. Доверили, блин. Так говорят, захватим власть. Бисмарк.